С самого начала матча команды заиграли в атакующий футбол. Ульяновцы создавали моменты, в то время как КамАЗ совершил несколько серьезных ошибок в обороне. На 15-й минуте после очередной ошибки КамАЗа в защите нападающий желто-черных Виктор Карпухин перехватил мяч, вышел один на один с вратарем и уверенно поразил ворота Владислава Суслова. После забитого гола «Волга» оборотов не сбавила, и первый тайм команды завершили в обоюдоострых атаках. Первый тайм, наверное, все-таки это была более-менее такая равная игра. Мы совершили результативную ошибку, в которую команда забила мяч соперника команды. Второй тайм, конечно, у нас подавляющее было преимущество. После перерыва КамАЗ обрушил шквал атак на ворота Семена Морозова, который раз за разом демонстрировал уверенную игру. В середине второго тайма после второй желтой карточки с поля удалили защитника «Волги» Богдана Ващенко. Казалось, что КамАЗ доведет дело до логического гола. Но с этим был категорически не согласен капитан «Волги» Денис Рахманов, который перехватил мяч после неудачного паса защитника КамАЗа, протащил его в штрафную площадь, где получил по ногам. Арбитр без сомнений указал на точку. Бить пенальти взялся вышедший на замену Илья Карпук, но переиграть вратаря не сумел. КамАЗ продолжил натиск, но реализация в этот вечер хромала. В добавленное время все тот же Илья Карпук после передачи Германа Паскина протаскивает мяч мимо двух защитников КамАЗа и точно бьет в дальний от вратаря угол. 2-0. Он пробрасывает мяч и бьет! Хороший мяч мы забили, потом... Немного удалений и незабитой пенальти понес судьбу в нашу игру, но мы выстояли и еще в ответной атаке сумели забить мяч. Таким образом, «Волга» оформляет путевку в групповой этап Кубка России. Напомним, что новый формат турнира предполагает, что стадии 1/32 и 1/16 финала заменяются на групповой этап. Клубы будут разделены на 10 групп по 3 команды. Одна из ПФЛ, одна из ФНЛ и одна из российской премьер-лиги. Уже 16 или 17 сентября в Ульяновске «Волга» сыграет с одной из топовых команд России. Жеребьевка состоится до 9 сентября.